Приветствуем вас в космической среде. В студии Влад Миронов, и мы продолжаем еженедельно рассказывать о самых главных событиях ракетно-космической отрасли к этому дню. Владимир Путин посетил центр имени Хруничева, на территории которого ведется масштабное строительство комплекса зданий Национального космического центра. Проект станет одним из крупнейших в мире, уникальным научно-производственным, инженерным и образовательным кластером ракетно-космической промышленности. На площади более 250 тысяч квадратных метров разместятся свыше 50 тысяч высококвалифицированных инженеров, ученых и других специалистов. Хочу пожелать вам всего самого доброго и успехов при завершении этого грандиозного объекта. Он нужен, еще раз хочу подчеркнуть, не только отрасли ракетно-космической, не только городу Москве. Этот объект, безусловно, украсит Москву и сделает еще ее более высокотехнологичной. Еще один высокотехнологичный центр будет современный в Москве. Но он нужен всей стране. С учетом той важности, которую играет ракетно-космическая отрасль и все, что связано, синергию имею в виду общую вокруг нее, чрезвычайно важное направление нашей работы. Доминантой одного из важнейших проектов Роскосмоса станет Национальный космический центр. Его создание позволит сконцентрировать под одной крышей ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности. Например, Центральный офис и Ситуационный центр Госкорпорации, отраслевые институты и предприятия, которые в настоящее время разбросаны по всей столице. Кроме того, в состав НКЦ войдут современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные павильоны и центр диверсификации производства. Завершить строительство Национального космического центра планируют в конце этого года, а уже в следующем передать Роскосмосу. Роскосмос запросил у компаний Arianespace и OneWeb гарантийные письма о том, что космические аппараты OneWeb, запуск которых запланирован в 2022 году с космодрома Байконур, не будут использованы в военных целях. В ином случае ракету-носитель «Союз-2-1Б» с 36 спутниками, которая должна стартовать 5 марта, снимут со стартового комплекса и увезут в монтажно-испытательный корпус. Сегодня делаем запрос нашим французским коллегам из компании Arianespace, а также компании OneWeb, с требованием предоставить нам в течение 2 суток исчерпывающие юридически обязывающие гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях, не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. У нас есть время до 4 марта до 21:30, когда соберется так называемая заправочная комиссия, когда уже работы по организации пуска будут необратимы. Если до 21:30 4 марта мы не получим такого рода подтверждения со стороны наших партнеров, ракета будет снята со старта и спутники будут отправлены в монтажно-испытательный корпус. В связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России еще одним условием запуска космических аппаратов 5 марта является выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. При этом отказ от проведения пуска не нанесет серьезного экономического ущерба деятельности Роскосмоса и его дочерним организациям. Создание ракет и разгонных блоков оплачено заказчиком практически в полном объеме. Имеющиеся на космодроме Байконур спутники будут находиться там до разрешения ситуации. Иных средств выведения аппаратов орбитальной группировки OneWeb в ближайшей перспективе не предвидится, а без пополнения группировки невозможно полноценное функционирование всей системы. При этом российская сторона готова выполнить свои обязательства при предоставлении на заказчикам соответствующих юридических гарантий. При отмене пуска снятие ракеты-носителя со стартового комплекса пройдет без последствий. В частности, химические источники тока разгонного блока фрегат заряжены до конца апреля 2022 года, а калибровка системы управления разрешает его использование до мая. Двигательная установка фрегата заправлена компонентами топлива. Его можно использовать до 10 августа этого года. А сама ракета-носитель «Союз-2-1Б» имеет длительный гарантийный срок, и при необходимости ее можно использовать и по другому назначению. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о влиянии других санкций на российскую ракетно-космическую отрасль и путях их преодоления. В частности, глава Роскосмоса заявил, что прекращение сотрудничества США и России по космосу может грозить неконтролируемым сходом с орбиты МКС и ее падением на США, Канаду, Индию или Китай. Он напомнил о том, что коррекция орбиты Международной космической станции, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс-МС».
Позже в НАСА отметили, что космическое ведомство США поддерживает работу по безопасной эксплуатации МКС со всеми международными партнерами, включая госкорпорацию Роскосмос. А новые меры контроля экспорта позволяют США и России сотрудничать в гражданской космической области. Дмитрий Рогозин заявил, что Россия, несмотря на санкции США, продолжит создавать космические аппараты, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя. Глава Роскосмоса также добавил, что Россия продолжит предлагать инозаказчикам запуски на самых надежных в мире российских ракетах. Вы планируете окончательно уничтожить 1 января 2023 года мировой рынок космической конкуренции, вводя санкции на наши ракеты-носители. Мы в курсе. Это тоже не новость. Мы и здесь готовы действовать, написал он. Кроме того, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что сегодня ни одна страна мира не производит весь спектр микроэлектроники, даже США. Также глава отрасли отметил, что Россия сможет закупить необходимую микроэлектронику для космических аппаратов у Китая. В ответ на санкции Евросоюза в отношении предприятий Роскосмоса госкорпорация приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет из французской Гвианы. В Москву из Гвианского космического центра вернулась первая группа российских специалистов, стартовиков и ракетчиков в составе 29 человек. Оставшиеся 56 человек вылетают из ГКЦ в ближайшее время, сообщает глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале. Германская сторона уведомила о том, что отключит свой телескоп на космической обсерватории «Спектр-РГ». Напомню о том, что проект создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России. Основной задачей обсерватории является обзор всего неба в рентгеновском диапазоне для построения широкомасштабной карты Вселенной. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке Лагранжа L2 в 1,5 миллиона километров от Земли. По словам главы Роскосмоса, технические специалисты из Германии сильно переживают, поскольку для них это удар по профессиональному кредо. К другим новостям. В Центре подготовки космонавтов проводили на Байконур экипажи 67-й основной экспедиции на Международную космическую станцию. Среди тех, кто отправился на космодром для продолжения предстартовой подготовки, космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, а также их дублеры. Первым делом экипажи примерили корабль «Союз МС-21», который получил собственное имя — «Королёв» в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Согласно плану тренировки, экипажи в тестовом режиме проверили свои полетные скафандры на герметичность, отработав в них ряд операций, а также удостоверились в работоспособности различных систем. В ЦПК отмечают, что для экипажа очень важно почувствовать себя в интерьере реального корабля, который заполнен доставляемыми на станцию грузами. Контрольный осмотр «Союза МС-21» запланирован на 12 марта. Во время заключительных занятий на космодроме также запланированы тренировки по ручному причаливанию корабля к МКС, контроль укладок с оборудованием, отработка предстоящих баллистических операций и другие подготовительные процедуры. Ежедневно космонавты будут заниматься физической подготовкой, проходить медицинские обследования и готовиться к факторам космического полета. Тем временем на космодроме в Амурской области приступили к монтажу первых 4 этажей кабель-заправочной башни. Речь идет о массивном агрегате на стартовом комплексе для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» космодрома «Восточный», на котором будет размещено порядка 19 важнейших технологических систем. Всего предстоит собрать 17 этажей. Мы приступили к монтажу составных частей кабель-заправочной башни. Смонтирован блок номер 1, левый. Дальше мы продолжаем последовательно собирать, устанавливаем правый блок и собираем уровни. Значит, для сокращения сроков проведены работы по крупноузловой сборке с 1 по 7 этаж. Работы выполнены, и мы с сегодняшнего дня приступили к работе по монтажу составных частей кабель-заправочной башни. Напомню о том, что кабель-заправочная башня космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме «Восточный» предназначена для размещения оборудования и коммуникаций систем стартового комплекса, а также для ветрового удержания ракеты-носителя «Ангара» и доступа специалистов к зонам ее обслуживания. В научно-техническом центре «Заря» обсудили вопросы информационной безопасности. Тему продолжит Николай Вдовин.
сегодняшнем занятии мы с вами будем изучать 3 учебных вопроса. В НТЦ «Заря» открылся Центр повышения квалификации. Его главные задачи – подготовка специалистов в области обеспечения безопасности объектов информационной инфраструктуры, технической защиты информации, специальной связи и защиты государственной тайны. Пройти необходимое обучение, а также повысить свою квалификацию теперь смогут руководители и представители всех организаций ракетно-космической отрасли, которых у нас около сотни по всей стране. Кроме того, мы также открыты к сотрудничеству с предприятиями и руководителями смежных отраслей, желающими улучшить свои компетенции в области защиты информации. В центре планируется обучение по 11 программам 4 направлений. Плюс еще второй с третьим, они взаимодействуют. Одна из учебных программ нашего Центра повышения квалификации направлена на обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации от целенаправленных компьютерных атак. НТЦ «Заря» – главная организация по вопросам информационной безопасности в госкорпорации «Роскосмос». В августе прошлого года центру исполнилось 30 лет. НТЦ «Заря» оказывает весь комплекс услуг – от проектирования систем защиты информационной безопасности, поставок средств, их настройки и сопровождения, до обучения пользователей и заказчиков. Сорок лет назад, 1 и 5 марта 1982 года, автоматические межпланетные станции Венера-13 и Венера-14 произвели мягкую посадку на поверхность соседки Земли и предоставили новые, ранее недоступные данные. Роскосмос публикует ряд рассекреченных документов о подготовке и выполнении этой программы. Станции Венера-13 и Венера-14 стали серьезным успехом советской науки. При испытаниях было предусмотрено все – перепады температур, большие перегрузки, вакуум, невесомость, вибрации, необычайный жар вокруг и давление в 100 раз превышающее земное. Благодаря этому Венера-13 проработала на поверхности планеты 127 минут, вчетверо больше запланированного срока. С помощью автоматических буров были взяты образцы грунта, помещенные затем для исследования в специальные камеры внутри аппаратов. Также впервые были сделаны цветные панорамные фотографии поверхности планеты. Среди архивных документов, с которых снят гриф «Секретно», технические задания и отчеты, в том числе по наземным испытаниям и подготовке к пускам космических аппаратов. Но, пожалуй, наибольший интерес вызывают протоколы различных совещаний и заседаний. Они передают весь накал напряженной творческой работы конструкторов, инженеров и ученых того времени. Ознакомиться с документами можно на сайте госкорпорации «Роскосмос» в разделе «Рассекреченные материалы». 1 марта – день рождения Бориса Чертока, академика, одного из создателей Отечественной школы управления космическими аппаратами и ближайшего соратника Сергея Королева. Уже более полувека движением почти всех отечественных кораблей, спутников, станций и на орбите и выше управляет конструкторская мысль Чертока. Но широкой общественности это стало известно не сразу. Академик вышел из тени секретности, когда ему было уже за 80 лет. Благодаря его книге «Ракеты и люди», а по сути четырехтомной энциклопедии советской космонавтики, мы узнали, как и кем она создавалась. До последних дней Борис Евсеевич читал лекции студентам Бауманки, участвовал в ежегодных научных королевских чтениях и оставался главным научным консультантом генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия». Борис Евсеевич Чертог ушел из жизни в декабре 2011-го, не дожив 3 месяцев до своего векового юбилея. А теперь к новостям астрономии. Гигантские черные дыры слились в гравитационном танце в центре галактики на расстоянии 9 миллиардов световых лет от нас. Каждый из этих гигантских тел имеет массу порядка сотен миллионов масс Солнца, а расстояние между двумя объектами превышает дистанцию между Солнцем и Плутоном примерно в 50 раз. Когда через 10 тысяч лет произойдет окончательное слияние этой пары, мощнейшее столкновение сотрясет космическое пространство и время, а гравитационные волны прокатятся по всей Вселенной. В своем новом исследовании астрономы указывают, что объект является в настоящее время второй по счету известной науке возможной парой сверхмассивных черных дыр, обнаруженной на этапе слияния. Это все новости на сегодня. До встречи в космической среде на Роскосмос ТВ.